Пополните счет данного номера на 3500 рублей и получите номера обратно. Записку с таким содержанием увидела рязанка на своей машине утром. Государственных регистрационных знаков, естественно, не осталось ни спереди, ни сзади авто. Но на поводу у мошенников девушка не пошла, обратилась в полицию. Кстати, именно так и советуют поступать в ГИБДД. Ну, во-первых, ни в коем случае не идти на поводу у злоумышленников, сообщить о данном факте в полицию, вот, и, естественно, ехать получать новый государственный регистрационный знак. На место совершения преступления вызывается полиция и происходит оформление данного преступления. Чтобы получить новый регистрационный знак, водитель может отправиться в ГИБДД. Автомобиль без номеров при этом лучше не использовать. За такую езду получит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. В госавтоинспекции процесс проходит довольно быстро. Нужно прийти с комплектом документов, заполнить заявление и оплатить госпошлину. Спустя совсем немного времени водителю вручают новые номера и ПТС, в которые были занесены изменения, и копия, в которую включена вся информация о регистрации транспортного средства. Можно обратиться и в частные конторы, у которых есть все необходимые лицензии. Во многих из них есть собственное производство. Государственный регистрационный знак будет готов меньше, чем через час. Специалисты дали несколько советов, как обезопасить номерные знаки на автомобиле. Можно установить рамку для защиты. Продаются они на авторынках. Также советуют использовать болты с редкой резьбой. А самая лучшая рекомендация, говорят специалисты, это пользоваться гаражом или платной стоянкой. Если возможности такой нет, то стоит просто оставлять свой автомобиль на улице, которая хорошо освещается. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».